Привет, привет, друзья мои! Приветствую на своем канале «Жизнь на юге Англии». Меня зовут Галина, кто не знает. И вот вам сегодня мой новый сюжет, друзья. Сегодня у нас суббота, 30 сентября 2023 года. И сегодня, по-моему, «Вера, надежда, любовь и мать их Софья». Вот такой вот праздник. Поздравляю всех милых женщин с такими прекрасными именами. Вера, надежда, любовь. И пусть нас никогда не покинут эти слова. Вера, надежда и любовь. И сегодня я хочу показать вам видео, которая, мне кажется, будет как нельзя кстати вот к этому дню веры, надежды и любви. А именно, друзья, я хочу вам показать великолепный сад Эксбери. Сад, который находится в графстве Хэмпшир, в деревне Эксбери, недалеко от Саутгемптона, на большой земле. И вот в этом саду сегодня я с вами погуляю, и немножечко мы с вами посмотрим вокруг, какая красота. Но вы знаете, конечно же, вот эта красота неописуемая, она бывает только в мае и в начале июня. Вот так великолепно выглядит этот сад Эксбери именно весной, когда начинают цвести все деревья и кустарники, а их здесь огромное множество. Это и азалия, конечно же, и огромная коллекция рододендронов, камелий. Среди достопримечательностей сада аллея гортензий, сад камней, сад ирисов, сад солнечных часов, сад столетия и аллея камелий, о которой я уже сказала, которая ведет посетителей к тропинке вдоль реки Болье и обратно через пруд. Инфраструктура включала водонапорную башню и три огромных, облицованных бетоном, пруда. Ну вот я вам показала, как выглядит этот сад весной. А сейчас вот осенью, вот я делаю съемки на тех же самых местах. И пруд тот же самый. Ну видите, вот ручеёчки. Но, к сожалению, вид уже совсем не тот. Что поделать? Конечно же, лучше попадать в этот сад, когда здесь все-все в цвету. Особенно моя мечта увидеть азалию на берегу реки. Цветущую, конечно же, азалию, я думаю. Но, вы знаете, вот можно и сейчас что-то увидеть грандиозное, как, например, вот эта вот сосна. У нее длина иголок больше 25 сантиметров. Что-то, наверное, похожее на крымскую сосну. Не знаю, сколько длина у крымской сосны и иголочек. А вот, пожалуйста, береза. Белая, белая береза. Но странное дело, здесь написано, что березка произрастает в Индии и в Непале. Вот так. А мы-то всегда думали, что березка наша русская родная, береза белая подруга, да? Вот как интересно. Так вот, если говорить дальше о садах Эксбери, еще по-другому их называют сады Ротшильдов, потому что именно Лайонел Натан Ротшильд – это внук миллиардера Ротшильда, приобрел поместье Эксбери в 1919 году и вскоре начал создавать сад амбициозных масштабов, который сейчас насчитывает 81 гектар по площади. Натан Ротшильд подражал саду своего отца,
в Ганнерсбери-парке в Лондоне. На территории сада также расположился особняк Ротшильдов, Эксбери-хаус, но он закрыт для посещений. И, к сожалению, когда мы здесь гуляли в этом саду, он еще и реконструировался, весь был закрыт лесами, и поэтому я его даже вам не сняла на видео. Вот смотрите, как здорово кто-то придумал. Это здесь в ботаническом саду как раз вот такой огромный-огромный пенек среза дерева, которому было, наверное, лет 400 или 500, вот какой тут век самый начальный, я не знаю. Но я специально вам сейчас покажу поближе некоторые даты, которые меня вот заинтересовали очень-очень сильно. Вот, в частности, здесь в самом уголочке, сейчас поближе вам покажу, 1963 год, убийство президента Кеннеди. Видите, дальше «Титаник» затонул в 1912. Дальше отмечено 1789 год. Французская революция, штурм Бастилии. 1931 король Георг с королевой Мэри посетили этот сад. 1815 год. Битва при Ватерлоо мы видим. Дальше отмечено 1805 год. Трафальгарская битва указана. Где? И дальше 1901 год. Смерть королевы Виктории. 1837, когда королева Виктория начала свое правление. Вот очень-очень здорово, мне очень понравилась вот эта задумка, именно показать, сколько дат пережило вот это вот огромное дерево. На срезах показано, сколько было этому дереву лет, когда происходили те или иные события. Там их много событий, в частности, больше английских. Ну и если хотите, можете остановить на паузе и посмотреть остальные даты. Я лишь только показала те, которые наиболее известны и, возможно, интересны для вас. Также достопримечательностью сада Эксбери является паровая железная дорога, мини-дорога, которая входит в состав великих маленьких железных дорог Великобритании. У нее колея всего 31 сантиметр или 12 дюймов. Эта дорога была построена в 2000-2001 годах как дополнительная достопримечательность садов. Но, вы знаете, оказалась она более популярной, чем кто-либо предполагал. И первоначально было задумано для пассажиров только два маленьких вагончика. Потом пришлось в 2008 году увеличить количество вагончиков и усилить мощность локомотива. И теперь вот выглядит вот так этот вот очень длинный состав, хотя он и ходит медленно, но 90 человек он берет за раз. И стоимость билета 5 фунтов с человека. И желающих покататься очень-очень много. Ну и еще работники этой железной дороги постоянно рассказывают всем, что у них прокатилась в 2008 году на их локомотиве сама королева Елизавета II. Она даже прокатилась на подножке маленького вагончика. Ну и еще во время популярного праздника Хэллоуин, который у нас будет 30 октября праздноваться в Англии, здесь придумали такие поезда-призраки, которые специально украшают, и даже говорят, что их делают как-то каким-то образом практически невидимыми. А еще то, что эти поезда, они проходят здесь через туннель, и там придумали в темноте развешивать вот такие вот страшилки-пугалки вот этих вот скелетов. Они, конечно, пластмассовые, но довольно-таки интересно, наверное, тоже побывать и посмотреть. Ну и еще говорят тоже, на Рождество здесь ходит у них
Еще один паровозик, украшенный Санта-Клаусом. Вот такое сегодня у нас чудесное с вами путешествие по знаменитому Эксбери-Гардену в Англии, недалеко от Саутгемптона, в графстве Хэмпшир. Всем, друзья, рекомендую обязательно побывать, но лучше всего, как я уже сказала, побывать там весной, в мае, в июне месяце, когда все в этом саду цветет очень красивым буйным цветом. Ну вот так, друзья, я надеюсь, что вам понравилось мое небольшое путешествие, экскурс, так скажем, в Эксбери Гарден. Еще одно красивейшее место в Англии я сегодня вам показала, друзья. Надеюсь, что вы не забыли поставить лайк этому видео и написать ваш комментарий в поддержку канала. Друзья, посмотрите, я нашла для вас еще очень-очень красивое видео, которое я снимала этой весной в мае месяце в Осборн Хаус. Те, кто не видели, немножечко давайте тоже посмотрим и насладимся вот этим великолепием цветущих тюльпанов. И не спешите уходить, друзья, я еще не все вам показала. У меня для вас еще небольших два сюжета. Давайте посмотрим. Он еще может открыть. Ему понравилось. Спой, Светик, не стыдись. Да, 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 вот, пожалуйста. Ну почему вот он становится к нам почему-то всегда задом? Ну вот знаменитый, так, девчонки, пошли, Одесский театр. Да кому нужен банкирчик, мужья? Да и проценты не брал. Надо деньгами, деньги идут деньгами. Если хотите в это дело верите, да, то нужно только деньги. А маленькими можно? Если много памятников, и вот Дюка тоже все гладят руками. Ребята, там... Там не слово, там нет, бог торговли, у него деньги. Ой, надо мне туда. Вы знаете, я не верил в это дело. Я еще сувенирами вот за моста торгую у нас. И как-то сижу вот так.